Доброе утро. Я на заправке, на какой-то большой, где спят фуры. Мы заправляемся. Народу никого. Времени, наверное, начало 7 утра. Я тут что-то задремала, проснулась, а мы вот тут остановились. Сходила, вот сфотографировала. Пожелание доброго пути. Еду в очередную командировку. Далеко. Выехали рано. Не было еще 6 часов. Приедем, наверное, ближе к часу дня. Погода замечательная, только очень сильный ветер. Сильный и холодный. Усадьба Захарова, 1790, вторая половина какого 19 века. Усадьба. Сейчас отчитаться. Это, наверное, не важно. Главное читаться. Захожу в свой номер. Сейчас ходила, смотрела Валерий номер. У него немножко другой, но тоже очень удобный, классный, чистый номер. Ой. Вот такой номерочек с кондиционером. Какие красивые светильнички. Так, наверное. Ой, куда выходит-то? А, на забор. Хочу открыть окно, проветрить. Не на улицу, не будет шумно ночью. Это хорошо. Но, в принципе, у меня есть кондиционер. Здесь тоже 2 светильничка. Белоснежные полотенчики. Так, ну и какой мне... А, хотела сказать, какую мне занять. А вот здесь только этот подушка. Чайничек, это здорово. Чашечки. Телевизор.
Здорово, что есть одноразовые тапочки. Такое покрытие. Так, что у нас здесь-то в ванной? Чистота. Ля-па-там. Надо привести себя быстренько в порядок. И мы идем на ужин. Идем на ужин. Все очень чистенько. Так, это на пол сразу бросаю. Ну все. Сейчас я потом приду с ужина, все разберу. Смотрю телевизор и наслаждаюсь. Я не помню, когда последний раз его смотрела. Вот. У меня вскипел чайничек. Какое все белоснежное, чистое. Но я люблю все свое, поэтому моя чашечка с собой взяла. Кофе, чай. Вот. Все здесь есть. В гостинице и водичка, и чайнички, и мыльные принадлежности. Очень хорошего качества. И вода в Великом Устюге прямо мягкая-мягкая. Так, песок. Заварку я взяла. Взяла с собой финики. Вот сейчас буду пить чай с финиками. И работать. И работать. Думаю, что надо посидеть часик-полтора. Хотя уже и кроватка-то зовет. Сидела... Немножко отдыхала при выключенном свете, только с ночниками. Думаю, нет, я усну. А мне нужно еще поработать. Вот. Федеральный закон. Прежние черновички. Это новые черновички. Это сегодня мы ездили. Я тут зарисовала кое-что, и вот это мне нужно занести. Вот, зарисовала, нужно занести это в компьютер. Ну что еще? Нахожусь я в гостинице, вот в этой Двина. Офигенная гостиница, офигенная. Все очень вкусно, чисто. В общем, все замечательно. Вот. О, в Карелии-то. Карелии-то снег. А у нас сегодня, значит, вот у нас солнечно, но ветер сильный. А родственники сообщают, что в Вологде идет дождь целый день. Хотя мы выезжали, было солнышко. Все супер. Все супер, упер. Только очень хочется уже отдыхать. Потому что сегодня встала в 4 часа утра. Дорога была длинная. Объект... Это котельная, там шумно, жарко, не хватает воздуха. Приходилось 2 раза, наверное, или мы 3 выходили, дышали свежим воздухом. В общем, хочется уже, конечно, отдохнуть. Но. Очень сложный объект. И мы должны найти решение, чтобы уехать и его сделать все-таки. Вот.